гарна книга може слугувати помічником-наставником. Вона викликає деякі емоції у тих людей, які можуть бути захоплені тією історією, яку почують, побачать і через себе пропустять. Сьогодні будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії, дуже цікавий, як на мій погляд, людина, яка займається і культурними проєктами, і пише книги, і ще людина-блогер, і бізнесмен. Тобто, насправді, дуже багато всього, чим займається цей чоловік. Ян Валєтов прийшов до нашої студії. Я дуже рада, що ви потрапили нарешті до нас. Я хотіла запитати, вас, от як стільки часу доводиться вам скрізь бути у різних місцях одночасно, а ви все ж для себе, мабуть, виділяєте щось особливе, одне, так? Чи ні? Чи все оце повинно бути з вами завжди? Я особого не выделяю, на самом деле, да, и отдельно ничего не выделяю. Правильно организованный таймлайн, он очень сильно помогает, на самом деле, да, существуют же методы организации. Во-вторых, если хочешь успевать, успеваешь больше. На самом деле все интересно, все можно успеть. Ну, якщо п'єш пиво і лежиш на дивані, в тапочках успіваєш менше. Тут я з вами погоджуюсь на 100%, насправді. Але ж є, можливо, якісь для вас важливі пріоритетні задачі, те, що ви ставите на перший рівень? Ну, они меняются. В какой-то момент мне первоочередные задачи бизнеса, которые нужно решить, они требуют решения. Да? Как только я могу делегировать ответственность за дальнейшее, да, кому-либо другому, я могу больше уделять внимание другим вещам. Но на самом деле, вот если брать там, общественную деятельность, да, но она, наверное, протекает, ну, фактически, там, если не каждый день, то в случае еженедельно, на нее просто приходится выкраивать время. Не всегда это хочется делать, но это необходимо. Насправді треба, тому що саме від тих людей, які можуть сформувати уявлення, наприклад, про культуру, так, якщо це громадська якась програма, так, від цих людей багато чого залежить, і якщо ви можете внести свою краплину в цей проєкт, в будь-який, то насправді в майбутньому буде для усіх результат. На самом деле, я фактически живу всегда под девизом «делай, что должно, и будь, что будет», на самом деле. Это правильный девиз, на мой взгляд. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, у нас была более интересная жизнь в городе, потому что тот же Киев живет значительно более разнообразно, и театров больше, и мероприятий больше, и клубных программ, я имею в виду не выпить там, и потанцевать, а именно клубные программы музыкантов, встреч с писателями, опять-таки, значительно больше. То есть Киев живет более насыщенной культурной жизнью. Но мы, конечно, не первые, но мы не вторые. Мы всегда пытаемся выиграть хоть что-то, да, какую-то позицию. На самом деле... Ну, много изменилось в городе за то время, что прошло последние там 5 лет. У нас же очень много происходит интересных международных ивентов, да? Если мы возьмем там, книжные выставки, у нас уже 2 книжных выставки больших было, причем очень успешные. И мы увидели, что наши горожане истосковались по книгам. Да. Або їздити кудись в інші місця, переважно Київ, Львів, ось Київ, Харків, Львів, да. Десь Харків ще так потрапляється. Я не знаю насчет книжных выставок, была в Запорожье, такая локальная, достаточно крупная. Так вы правы, Киев и Львов. Это Арсенал и Львовский форум. Но есть своя специфика. Ну, во-первых, до Львова еще нужно добраться. Во-вторых, Львовский форум, он все-таки, несмотря на то, что это самый был большой форум до возникновения Арсенала в нынешнем виде, он все-таки локален. Локален по интересам, по языку. То есть в Восточной Украине нужен был свой книжный форум, да, где будут продаваться книги и на украинском, и на русском. Будут выступать писатели, которых читают здесь, и здесь читают, в принципе, не глядя на язык. Я, например, мне совершенно все равно, на каком языке книга, если она написана хорошо. Ну, так, то есть, да, важно качество контента, а не языковое наполнение. Но у нас возникло, на мой взгляд, очень интересное мероприятие, очень интересное. И Букфест, он будет и в этом году у нас проходить. Я настоятельно рекомендую его посещать. Но, в принципе, можно не рекомендовать, потому что то потворение. Людей, да, при температуре 36 градусов, Юля, в последний раз это было. Да? Там было нельзя дышать. Так. Там хорошо, что на берегу Днепра это хоть как-то проветривалось, но дышать было невозможно. Ну, це вже зараз модний захід, і вже всі, хто себе поважає трошки, намагаються туди піти. Ну, там хорошо, і книги, во-первых, дешевле, ніж в магазинах. І їх більше. больше, и ассортимент больше. И, ну, вообще классно там, на самом деле там атмосфера. Ну, я хотіла, знаєте, вас запитати. Ми так замахнулися з такою назвою «Столиця», так? Культурна. Ну, я от хочу запитати, чи ми виправдовуємо хоча б трошки таку назву? Я категорически против слова «трошки». Ага. Да. На самом деле мы действительно оправдываем, во всяком случае, в стремлении своем это 100%. Скажу, что вот сейчас, в этом году, в комиссию по культурной столице, в культурную комиссию при культурной столице поступило уже 107 заявок на проведение различного рода мероприятий. Естественно, на всех денег как бы не настачишься, но и качество этих заявок, скажем так, очень разное. То есть, ну, я не буду комментировать, но поверьте мне, очень разное качество. Но уже поднимается, так? Я имею в виду, я думаю, что необходим, очень много людей приходит, необходим предварительный какой-то предварительный тур, отсев, чтобы оно к нам уже попадало в более удобоваримом виде, потому что оно есть откровенно шлаковые вещи, которые, ну, реально трогать не надо. Но одновременно это и театральные фестивали, это и цирковые детские фестивали, это танцевальные коллективы приходят. И это очень разнообразно на самом деле. То есть, ну, фильмы, студии, звукозаписывающую студию ребята хотят сделать на основании, ну, на основе музыкальной школы, для того, чтобы дети с разных школ могли приходить туда и записывать свои... Еще можно брать участие? Еще заявку можно отдать? Нет, сейчас уже нельзя, потому что уже закончилось. Но каждый год об этом широко объявляют, и люди имеют возможность оформить такие заявки, и приходят, и с каждым годом все больше и больше. Если раньше было время такое спонсорское, да, когда были спонсоры, сейчас, конечно, со спонсорами хуже, поэтому нагрузка на фонд «Культурная столица» ложится больше. Но при этом, опять-таки, фактически ничего не остается без внимания. То есть, по крайней мере, оно попадает на стол, и мы имеем возможность каким-либо образом определить, нужно это или не нужно. Понятно, что субъективно, да? Ну, все у нас люди разные совершенно в комиссии. Ну, хотя бы відповідь людям можно дать, так, конечно, что вы уже можете на что-то претендовать, так, а вы допрацюйте. Не всегда так получается, потому что, смотрите, у нас 107 проектов, да? Если мы сразу же дадим ответ какой-либо, кому-либо, ну, зашел человек там пятым, да, а потом у нас появилось, мы можем делать 30 проектов профинансировать. У нас же самые интересные должны быть профинансированы, да, самые лучшие, те, которые способны сами себя в какой-то степени поддержать, то есть... Мы не можем оплатить все, заканчивая булочкой оператору. Но если у вас уже есть на булочку оператору, да, то уже понятно, да? Уже якось самі же і працюєте. Да, нет, помочь мы можем, да, но мы можем выполнить. Поэтому мы не даем прямого очень часто ответа, за исключением уже совершенно откровенных вещей. К нам, например, приходят люди и говорят, давайте мы издадим мою книгу. Представляете, я прихожу в культурную комиссию и говорю, давайте издадим мою книгу. А вам там не дают? Я бы в жизни не попросил. Ну, я жартую, насправді, але ж якщо людина хоче видати свою книгу, до речі, я про це теж хотіла вас запитати, як їй бути? Якщо вона дійсно достойна того? Смотрите, на самом деле это очень много зависит от удачи. Да? Но, скажу вам, в культурной комиссии мы выделяем деньги на книги, которые касаются истории города, которые касаются города. Вот у нас, по-моему, год назад был шикарный фотоальбом, сделали Днепровская набережная. Просто, ну, классно, на двух языках, с шикарными фотографиями. В этом году у нас уже в конкурсе было... Очень интересный проект, который касается кровеческой истории города. Старые дома, которые даже перестали существовать. Да? Это же настолько интересно. Это, поверьте мне. И это потребно людям знать и бачить. И у нас есть люди, которые работают над этим. Это Михаил Кислов, это Валентин Старостин, краевед очень хороший. Михаил Кислов, он владелец еще и издательства очень хорошего нашего, Днепровского. Да? То есть на самом деле делается очень много полезных вещей, которые... Ну, вы их вряд ли заметите, если не будете специально это искать. То есть мы стараемся, конечно, пиарить по мере возможностей свои мероприятия, но сравнить там с джазовым фестивалем очень сложно, ну, правда? Так. Но это невероятно интересно, потому что это история уходящего нашего с вами города, да? И там такие вот наборы открытых, в которых зданий, которых уже нету, где они располагались, какая была история, вот эта улица, фотографии, да? То есть... тем, кто живет и жил в этом городе, это невероятно интересно. Ну, но плюс к этому это же память. Нас не будет, а это останется. То есть это... Тобто грошей, я так розумію, що на все не вистачає, особливо на тих авторів, які приходять і хочуть видати щось только своє, то, что касается что именно культурной, исторической среды города. Цінність, милости просим, да, именно для города. Я безмерно уважаю любой писательский труд. Я прекрасно понимаю, что пробиться невероятно трудно. Я self-made man, да? То есть я пробивался сам, меня никто не пробивал. Да? То есть я получил отказов, ну, вы себе не представляете, какое количество. То есть все, что я сделал сам. Но... А как вы вот так вот шли дальше? Ну, вам відмовили, а вы что, снова другое издательство, и так далее. Ну, потом нашелся человек, которому понравилось то, что я делаю, да? Который удосужился прочесть. Ну, до речі, дуже популярний, вас читають. Да. Тобто тут іще мається на увазі, знаєте, як, якщо людина прийшла і її ніхто не знає, ніхто не читав ніколи і не бачив, що вона написала, це одна справа. Інша справа, коли вже читають, коли є своя аудиторія, коли вже розуміють, що цю людину можна якось їй допомогти. Я не скажу ничего необычного, если скажу, что 99% тех, кто будет слушать эту передачу, меня не читали. Люди сейчас вообще очень мало читают, да? Ну, да, у меня есть определенный круг читателей, да, у меня есть книги, которые стали известными, которые выходили сотнями тысяч экземпляров тиражей, да? Но, во-первых, у меня самые большие тиражи были, когда они были в России. Поэтому у меня самое большое количество хейтеров теперь у меня тоже в России. То есть, ну, все законно. Больше читают, больше не любят. Вот. В Украине я издаюсь... У меня первое издание было в Киеве, в Украине. И сейчас меня издают харьковское издательство «Фолио». Одно из самых крупных и как бы авторитетных в Украине. Да? Но сказать... Популярность писателей за последние, будем говорить, 10-15 лет, она упала. У нас сейчас легче быть известным блогером, чем известным писателем, да, потому что блогер – это Twitter, это там сколько знаков, 70, да, по-моему, не помню, сколько, мало. Это блог, вы понимаете, да, что на самом деле очень многие пишущие в блогах, они не являются литературно одаренными людьми, да? Но при этом они пишут интересные блоги. Ну, почему? Кстати, потому что люди же на швидкість ориентируются. Они говорят на одном языке с теми, кто их читает. Понимаете, да? Имеется в виду не украинский и русский, да? Ну, а язык в более широком понимании этого вопроса. Но, в принципе, стать известным блогером значительно проще, да? Я вам скажу, что моя блогерская деятельность, на самом деле, помогла мне получить определенную известность в Украине. Потому что книги это удел... Ну, 5% населення. Блоги, ну, знаєте, це страшно, як на мене. Ну, насправді, чому так? Ну, 5%. Юля, так произошло, потому что мир изменился. Потому что для меня книга была в свое время единственным источником и информации, и развлечения, и тренировки ума. Мы поменялись медийно. Да? Вы представляете, как выглядела ваша студия 20 лет назад? Да? Вот эти большие такие камеры, да, там, и ну, так далее. Да? Вот. А сейчас достаточно телефона, грубо говоря, ну, для того, чтобы... Вон висит цифровая камера, да, маленькая, крошечная, весит она ничего, таскать не надо. Да? Ну, так, это студия. Ну, так само и тут изменилось. Да, я читал там журнал «Юный натуралист». Я думаю, вы его не застали даже. Почему? Я здесь листала, читала, бачила. Ну, может быть. А я его, да, был «Химия жизни», «Юная техника молодежи», все. Я это все читал, потому что, еще раз, не было других источников информации. Когда появилось телевидение, в том виде, в котором оно было до наступления интернета, появились программы типа National Geographic, BBC-шная история, да, и так далее. Это очень интересные каналы, на самом деле, да? Особенно, когда появился доступ к ним. Особенно, если вы знаете язык, так вообще просто шикарно, что в свежем материале. Сейчас переводят, титруют почти мгновенно. То есть тобто, ну, насправді, це добре, так? Що все прекрасно, змінюється. Но человек потребляет ту же информацию в другом виде. Вам нужно потратить 50 часов на чтение, и вы можете потратить 1,5 часа на то, чтобы посмотреть выжимку из того, что вы читали 50 часов. Понимаете, да? Ви знаєте, хорошо, але... это плохо, не знаю. Ну, от я б от теж би, можливо, трошки посперечалася, бо книга, вона дає тобі розуміння і дає глибину. Книга, прежде всего, будет ваше воображение. Она так. заставляет вас самому выбирать эти 1,5 часа из 50, понимаете, да? Так. А тут вы получаете чужое. Вот. Оно хорошее, вопросов вот. Нет, оно прекрасное. Но оно чужое, оно не ваше. То есть способности к анализу становятся, ну, чуток похожее. Ничего страшного. Опять-таки, потому что время диктует свое. Если бы я писал книгу 917 лет 20 назад, я бы на подбор материала потратил бы лет 5 или 6. Она и так у меня заняла 2 года, да? Ничего себе. Да, пришло, ну, огромное количество мемуаров было прочитано, которых вы бы, ну, вы не получили бы доступа к ним. Угу. Документы. Я получал сканы документов из Центрального архива. Просто я даже не заказывал, я просто их искал, они там есть оцифрованные. Ну, это же вы для себя, вам так хотелось, так? Стоп, я пишу исторический роман, ні, что ж мне написать? Я розумію, але це все одно, це ж така робота колосальна. Це стільки всього треба пройти, продивитися і якби для там себе... Там було ще сложніше. Вначале ж це був сценарій. Вначале это был сценарий для большого 10-серийного сериала, который был посвящен как раз к 17-му году, к юбилею. Мы хотели его сделать, да? Годовщине, вернее, не к юбилею. Вот. И работа была достаточно в сжатые сроки, и пришлось делать очень много. Это потом стало книгой. Вначале просто не нашли денег на то, чтобы сделать из этого фильм. Вот. Ну, нормально, зато появился роман. Я сейчас занимаюсь приблизительно тем же самым, только по другой тематике. Вот, может быть, появится и книга. Это параллельно с тем, что я пишу. Ну, тогда, как вы встигаете все, я не знаю. Вы приходите домой и пишете в ночи? Да, я пишу в основном ночью. Да. У меня любимое время, это где-то с 11:30 до 11:30. Ну, я фактично ежедневно. Ну, інакше, мабуть, нічого б не вийшло. Такі шедеври, які народжуються вночі, в день людина працює для того, щоб це мати. Була б у мене можливість це робити днем, я б з удовольствием це робив днем. Ну, ви як приклад. Ви, мабуть, сам собою є приклад для тих людей, які шукають можливості. Можливості для чого? Для того, щоб розвиватися, для того, щоб писати, для того, щоб зробити усе, що є їхній талант в їхніх головах. Так? Є хороша фраза, мені дуже подобається. Талантам треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Вот. Человек, если он хочет, он это делает. Ему никто не может ни помешать, ни запретить. Да, в общем-то, и помочь, на самом деле, очень сложно. Да? Есть желание, человек делает, нет желания, человек не делает. Знаєте, дуже добре, коли ви ось так, мені подобається, коли казали, що треба писати і писати тоді, коли тобі вже конче треба. Це не я, це Жванецький, потрясаючий. Інакше не буде нічого, насправді. Чека, є що сказати? Він говорить. Ну, к сожалению, у нас є маса людей, яким нічого сказати, вони говорять. Ну, таке теж буває. Огромне кількість людей, які страждають... такой расширенной графомании, такой мощной. Но при этом, в любом случае, если у человека такое увлечение, ну, когда-то очень давно я как бы ввел мастерскую на форуме российского издательства «Эксмо». Это было еще в 10-е годы, наверное, может быть, даже раньше. И вы в себе не представляете, какой поток шлака идет в издательство. Причем каждый автор убежден, что если он пришлет свою книгу, то ее обязательно издательство украдет и заработает миллионы, обманув его. Это навязчивая идея. И когда ты открываешь рукопись, ты, в принципе, с первой страницы я определю, стоит ее читать или не стоит ее читать дальше. Первая страница. Сколько это знаков? Ну, 2500. Смотришь и понимаешь, не надо. Ну, ось так. Ну, насправді, талановитих людей все ж не зменшується, вони є. Насправді. А процент завжди один і той же, насправді. Так. І тут все залежить від них самих, я так думаю, так? Як вони зможуть... От удачі ще залежить, от обстоятельств залежить. Себе показати. Мабуть, так. Ну що ж, хочеться їм цього і побажати. Я дуже рада, що ви прийшли до нашої студії. Насправді, цікаво з вами спілкуватись на будь-яку тему. І сподіваємось, що наше місто буде розвиненим культурно, обов'язково. І для цього ви все робите. Ті люди, які беруть участь у цих проєктах, насправді вони багато чого можуть показати, донести нашому дніпровському такому осередку. І насправді довести Україні, що ми теж варті називатися культурним містом. Ми не просто варті, ми Мы називаємося культурним містом, ми будемо культурною столицею, обов'язково будемо. Так, ну ось на тому і завершимо. Дякую вам, приходьте до нас ще. Ну а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.